Доброе утро, девушки! Как я обещала, я сейчас проведу для вас урок макияжа. Сегодня у меня на данный момент будет дневной макияж. Значит, перед началом работы я всегда убираю волосы, я думаю, вы тоже, чтобы они не мешались. Обычно это ободок. Значит, с чего мы начинаем? Если это вечерний макияж, я беру такую основу, маковскую, тональную. Макаю слегка вот такой кисточкой и наношу его по всему лицу круговыми движениями, вот так. Везде. Так как сегодня дневной макияж, я начинаю с такой гарниеровской, с гарниеровского ролика, который придает свежесть лицу. Мажу чуть-чуть в один раз и размазываю. Здесь произошло осветление. Далее беру пудру. В моем случае это герленовская пудра. И начинаю придавать лицу четкость. Я начинаю с соску, переходя на полные щечки, подбородок, нос, вторая щека, можно почетче сделать, лоб. Далее беру карандаш и подчеркиваю брови. Делаю их ярче. Далее беру тональную основу, любую, которая вам подходит по цвету кожи. И сравниваю губы с лицом, чтобы они были одного цвета. Как-то так. Так как это дневной макияж, я сделаю небольшие стрелочки. Но в моем случае мне легче сначала накрасить реснички, а потом сделать стрелочки. Поэтому я беру тушь и крашу ресницы. Теперь берем подводку. Мне нравятся больше жидкие подводки. Бывают твердые, кому как удобно. И от кончика глаза я начинаю делать такой кошачий разрез. То же самое. Немножко криво, потому что я спешу, чтобы вас не утомлять. Как обычно, излишки убираем палочкой.
я более-менее выровняю. Чуть первое. Получились. Далее мы будем выравнивать скулы. Я пользуюсь либо это маковская, но она для вечера, она очень яркая. На данный момент пользуюсь нуба, потому что она более светлая. Берем кисточка накость, которая идет. Так, берем. Значит, смотрите, идем по скулам. Переходя на щеки. Носик чуть-чуть. Также вторая. Так, завершение. Губки. Раньше я пользовалась часто маком. Девушки, я раскрываю свой секрет. Это маковская помада, матовая, розовая. Название у нее Please Me. Я раскрыла свой секрет. Мне в последнее время стало нравиться пользоваться карандашами для губ. То есть эффект получается намного красивее, сексуальнее, четко. Рисуем по контуру губ. И закрашиваем их наполовину. Далее контур, снизу только контур. И делаем так. То есть нижняя губа тоже окрасилась. Можно подвести только в уголках чуть-чуть. Очень смотрится натурально, очень смотрится красиво. Девушки, как вы знаете, наверное, чтобы придать увеличение губам, необходимо просто нанести капельку тонального крема на середину губ. Это осветление дает углубление губам, за счет чего они выглядят больше. Вот. Макияж готов. Сейчас перейдем к прическе.